Всем привет, меня зовут Дмитрий, и вы на канале Free Motors. Deo Matiz, мотор 0.8, коробка механика, 2012 года выпуска. Совершенно недавно этот автомобиль был на обзоре у меня. Хозяйка автомобиля решила привести в порядок тормозную систему. Ну и так по мелочи пролезть, что где нужно подготовить к новому летнему сезону. Были жалобы на плохие тормоза, на неработающий ручник. Вскрыв задние тормозные барабаны, видно, что они закончились. Достаточно большая выработка, ступенька образовалась. Также колодки закончились. Вот здесь более-менее толщина еще живая на этой колодке, но проблема в том, что парная колодка потеряла накладку. Она слетела и рассыпалась. Естественно, из-за этого образовались вот эти выработки бешеные. Ручник перестал работать. И тормозных усилий не было достаточно, чтобы остановить автомобиль вовремя. Так, что же здесь необходимо сделать? При разборе заднего колеса сразу рекомендую закупать подшипники ступичные, новый тормозной барабан. Ну и желательно купить весь комплект пружинок и систему автоматического натяжения ручника. Ну, либо по-другому сказать, система, которая разводит колодки по мере их износа во время эксплуатации. Регулятор зазора. Вот, также, соответственно, здесь был поменен тормозной барабанчик гидравлический, чтобы сюда в эту систему уже в дальнейшем не лазить. Такие манипуляции позволят вам эксплуатировать автомобиль и забыть про проблемы с тормозами, ну, года на два точно, я так думаю. Также, соответственно, и с правой стороны здесь все заменено. Новое все стоит, красивое. Ожидаем сейчас мы заказанные в магазине подшипники. И будет завершаться сборка. Так, что же тут еще можно было доделать, доработать? Не нравились мне внешне, как выглядят колеса, как выглядит автомобиль на этих штампованных старых колесах. Установить вот это шикарное литье. Резина стоковая на Матизе установлена диаметром R13. Эти же колеса R14. 165-60. Резина Toyo Nano Energy 3. 14 диаметра. Малайзия, производство резины. Вот, а диски у нас iFree. Это российский завод производства дисков из авиационного алюминия. Что же, посмотрим, как будет выглядеть шикарный спорт. Четыре колеса установлены. Внешний вид бомба. Колеса на 14, на 165, на 60 становятся без проблем, без доработок. Никакие арки, ничего не чиркает, не цепляет. Только что прокатились, проверили, как она поехала по неровной дороге. Ну, асфальт подразбитый, какая-то вот грунтовочка такая, пересеченка. Машина поехала гораздо плавнее, мягче, комфортнее, благодаря большему радиусу колеса. Вот, отличненько. Она просто теперь не замечает кое-какие некоторые неровности дороги.
Внешний вид автомобиля значительно улучшился, ездовые характеристики только что проверили комфортно, ямки стали замечаться меньше, машинка едет приятно, ну и соответственно эти диски свежие, резина свежая, никакой болтанки нет. Раньше на старых колесах была болтанка при 80 км в час. Тормозная система починена, прокачали тормоза, все исправно, автомобиль преобразился, хозяйка довольна. На этом, в принципе, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.